Друзья, всем привет! С вами канал «Просто кухня». Спасибо большое, что вы с нами. И сегодня мы с вами будем готовить очень такой необычный картофель в духовке. Для этого нам с вами понадобится картофель среднего размера, порезанный вдоль на 4 части. Ну вот у меня здесь 10-11 картошин, точно что-то я не посчитала, но я знаю, что это количество как раз у меня на противень. Так, масло растительное без запаха, ну 2-3 ложки столовые. Вот я его сразу вливаю. Картофель. Так, дальше. 2 чайные ложки специй, каких-то приправ. У меня здесь готовая приправа для картофеля. И единственное, что я сделала, это добавила сюда паприки молотой. Пол чайной ложки для того, чтобы краски были поярче, чтобы она такая порумяннее, поинтереснее она была. Так, и вот такой момент. Если вы так еще не пробовали, вот попробуйте добавить. Это панировочные сухари. Буквально вот 2 столовые ложки без горки. Они создают такую на картофеле корочку интересную. В общем, вот если вы не пробовали так вот с сухарями, попробуйте сделать. И теперь что нам нужно? Теперь нам нужно этот картофель хорошенько перемешать, чтобы у нас соединились там вот специи, сухари, масло, чтобы вот это все у нас так хорошо перемешалось, обвалялось и к картошке прилипло. Дальше берем противень, застилаем пергаментной бумагой. Но в принципе можно и не застилать, можно прямо на противень выкладывать, но так легче мыть противень будет. Сполоснул потом и все. И начинаем рядочками выкладывать наш картофель. Вот видите, да, как на масло к картошке хорошо прилипли сухарики, специи. И они нам дадут вот такую вот потрясающую корочку. Очень красивую. Вот мы выложили, как раз у меня тютелька в тютельку получилась. На противень и отправляем в духовку 170-180 градусов. Ну и смотрите, сколько там будет. У меня 25 минут стояло. Ну, духовки разные, проверяйте зубочисткой. Ну и пока у нас картофель стоит в духовке, мы сделаем для него соус. Соус я какой делаю? Ну, вы можете по своему желанию делать. Я делаю так. Одну часть майонеза беру и 2 части сметаны. Вот у меня, видите, да? У меня взята столовая ложка майонеза и 2 столовые ложки сметаны. То есть в пропорциях так вот 1:2. Значит, вот сюда они у меня уже положены. И высыпаю специи. Специи, знаете, стараюсь брать какие-нибудь, вот, чтобы там был чеснок сушеный, чтобы не добавлять его в свежем виде. Он нам, сушеный чеснок, вот запах чеснока нам даст, вот этот вот интересный, но не будет вот этой жгучести, вот этой такой страшной, да? Ну, что еще? По желанию сюда можно добавить маринованный или соленый огурчик такой, а-ля тартар сделать. Ну, это уже по своему усмотрению, кому что нравится. И хорошенько это все перемешать. И пока у нас картофель стоит в духовке, наши вот эти вот специи, они хорошо тут настоятся вот в этом соусе и прекрасно потом к нашей картошке подойдут. Это будет очень-очень вкусно. Но, повторюсь, можете по своему желанию. Вот у меня 25 минут прошло, картофель я уже проверила зубочисткой. Он полностью готов. И смотрите, какая красота. Вот это такая корочка получается, просто потрясающая. Она очень хрустящая, очень вкусная. Вот если вы не пробовали, попробуйте добавить все-таки сухарики. Ну и все, вот наш соус готов. И приятного вам аппетита. Посмотрите наши другие видео, надеемся, они для вас будут полезными. Пишите нам комментарии. Всем удачи и пока-пока!